Казанском университете прошел традиционный концерт, приуроченный к празднованию Дня российского студенчества. Всероссийский день студента – Татьянин день. Какими номерами удивили талантливые студенты на этот раз, смотрите в нашем следующем сюжете. Ежегодно Казанский университет отмечает Татьянин день весело и с размахом, собирая на одной площадке самую талантливую молодежь. Традиционно празднование началось на улице и продолжилось уже в холле Уникса. Это традиционное мероприятие, когда под определенную тематику перестраивается весь холл Уникса. Мы встречаем ректора, гостей. В этом году год был приурочен к 60-летию полета Гагарина в космос. Год родного языка. Мы постарались учесть все данные тематики и отразить их в холле. Далее гости перешли в концертный зал. По традиции поздравил студентов и ректор Казанского университета Ильшат Гафуров. Будьте молоды душой, будьте всегда студентами. Помните эти студенческие годы. Они никогда не вернутся, поэтому надо использовать их для того, чтобы научиться получать знания, для того, чтобы научиться их использовать по жизни и для того, чтобы научиться коммуницировать и дружить друг с другом. Не обошлось и без дефиле «Татьян» – театрализованное представление студенток под музыкальное сопровождение. С поздравлением выступила и еще одна представительница имени – заместитель председателя Государственного совета Республики Татарстан Татьяна Ларионова. Я, конечно, хочу сказать, как выпускница лучшего не только в России, а во всем мире – нашего любимого Казанского университета. С праздником! Перед зрителями завораживающими номерами выступили танцевальные коллективы, вокальные ансамбли, а также был исполнен гимн университета хоровой капеллы имени Устцова, оркестром вуза и эстрадным оркестром «Аврора». С Татьяниным днем мы празднуем вместе день рождения университета. Поэтому это ряд более официальных мероприятий, да, это, номеров, назовем так. И массовые веселые номера от студентов. Сегодня абсолютно каждый номер новый. Студенты постарались, несмотря на то, что даже сегодня с утра студенты сдавали экзамены. Диана Жленкова, Виолетта Басова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.